Наконец-то вы соизволили взять трубку, мистер Плюшевый Мишка. Послушайте, у меня были на это свои причины. Потом я не намерен оправдываться перед каждым встречным. Где вы? Куда вам отвезти ваши вещи? А что сказать вашему отцу? Я тут подготовил пакет документов. Это то самое срочное дело, о котором вы мне говорили? Хорошо. Я договорюсь с нотариусом и переоформлю свой бизнес на вас. Это он? Кто он? Ну, тот, кто не пишет. Почему это не пишет? То есть я вообще не знаю, кто он. Я вот не понимаю, как этот парень появился в нашей жизни и расположил всю нашу семью. Я не намерена выслушивать от вас оскорбления, потому как вы соизволили сказать, вы никто. Вы чужой, и я вам чужая. Я лишь хотел, чтобы ты попытался понять, что в жизни не всегда все идет по нашему плану. Скажи своему отцу, все отменяется. Потому что я тебе привела отца, маме мужа. Чтобы он отгадил.